В Мурманске на улице Орликовой завершено строительство детского сада на 80 мест. Работы начались в августе 2020 года. За это время подрядчик построил двухэтажное здание площадью более 2000 квадратных метров. Выполнил работы по облицовке фасада, устройству кровли и внутренней отделке. Стоимость объекта 227 миллионов рублей. За последние три года в рамках нацпроекта «Демография» построены 6 детских садов в Мурманске, Североморске, Полярном, Печенге и Мурмашах. Также завершается строительство детского сада на 75 мест в Авакурте.